Итак, всем привет, с вами я, Димасик. И сегодня я хочу сделать обзор, объективный обзор, на такой хороший сервер под названием Bepanda's Bus. Сам я уже играю на этом сервере 144 часа. Меня этот сервер очень устраивает, он очень хороший. На этом сервере очень хорошая администрация, отзывчивая, постоянно помогает мне. Как видите, я сам уже фотограф. Вот. Сейчас на это видео я хочу вам показать все функции данного сервера. Сначала мы пройдемся, пожалуй, по авто. Начнем, пожалуй, мы с получается, русского автопрома. Это копеечка у нас. Моделька как моделька вполне адекватная. Дальше идет двоечка. Троечка такая тоже, в принципе, неплохая. Пятерка. Прям вообще такая опасненькая пятерочка. Что-то она черная, надо ее сделать беленькая, то она очень темная. Вот. Конечно, в этой игре есть проблемы. Получается, с тенями. Но это уже так, конечно, это мелочь. Так, что мне не нравится в этой машине? Меня все, в принципе, устраивает, кроме тонировки. Почему она синяя? Мне вот именно это не устраивает вообще никак. Была бы она черная, было бы другое дело. Так, семерочка тоже вполне. Ну и как видите, тоже идет, получается, синяя тонировка. Вот так вот. Дальше идет восьмерка. Ну, давай восьмерочка. Восьмерка мне вообще не устроит. Она такая уродливая просто, я не знаю. Это такой колхоз. Как ее еще можем будет удивлять? Она такая уродская просто. Не знаю. Мне она вообще не нравится. Не знаю. Какую-то говницу добавили, серьезно. Вот девушка, ребята. Вот хорошая машинка такая. Как бы никакого колхоза. Просто дисочки поставили другие и все. Вполне. Также тут есть вид от первого лица. Вот так вот. Так, это был 99-й, так дальше. 21.09. Тоже такая вот. Вполне вот хорошая моделька. Добавили бы такую же восьмерку, было бы вообще хорошо. Десятка. Хорошая моделька, ничего не скажу. 11-я. Тоже. Такая. Правда, мне 11-я вообще не нравится именно их дизайн, но сейчас вполне она хорошая. Именно моделька. 12-я. Моделька как моделька, тут как бы ничего особенного. 13-я тоже. Как 13? Так как 13-я? Только у нее получается глушки другие и наклейка. 14-я, вот. 14-я. Я не знаю. Что это такое? Что это такое? Боже мой. Я не знаю, как это вообще объяснить. Она такая, боже. Уродливо, я не знаю, как это, добавили вы обычную модельку, зачем такое-то колхозить, да? Какой колхоз загружать, вот так вот, правильно. Это какой-то бред начал нести, потому что, вот. Так, это у нас 15-е. Очень такая, обычная вообще тут никакого колхоза нет. Так, ну, приоры пошли, так, это, получается, седан и лифтбэк. Так, дальше у нас идет Гранта, Калина и Веста. Они везде одинаковые, так что не вижу смысла их даже обозревать. Так, пойдем дальше. Дальше у нас пойдут иномарочки. Дальше Камри. Очень хорошая моделька, новенькая. Добавили совсем недавно. Мне она очень нравится, особенно с ней очень хорошие скрины получаются. X6 очень хорошая тоже, мне нравится. Мне тут вполне все нравятся, получается, иномарки, они здесь очень хорошие, эти модельки есть, конечно. Субарик. Ауди. Гелик. Митсубиши. Лансер, получается, Сильвия. Супра. Феррари. Галарда. Корвет. Такси. Нет. Да, такси получается вот из очень хорошего фильма «Такси». Chevrolet Camaro и Mazda RX-8. Это все. Правда, машин здесь не очень-то и много.
Но и не так уж и мало, так что вполне адекватное количество машин. Так что есть выбор тут. Такс. Так, тут есть полиция, тут УАЗик только и приор. И мотоциклы. Мотоцикл тут все стандартные, как я помню. Сейчас быстренько пробежимся. Да, вполне они все ходят, да, они все стандартные абсолютно. Так, дальше. Тут есть очень полезная кнопочка, называется она информационная панель. Она мне очень помогла, когда я начал играть на этом сервере. Тут есть правила для игроков, наказание для игроков, правила для администраторов игрового сервера, дополнение к администраторам, вот так вот. Тут есть правила, я их все это пролистаю. Команды сервера. Вот они мне тоже очень сильно помогли, когда я начал играть. Ну и привилегии, то вот сейчас их быстренько пролистну. Также есть довольно адекватные цены для этого сервера, так что так. По нему уже он тпхуется, видите, как бы уже начинает. Такс. Ну что я могу сказать? Так, тут есть также скинов, тут довольно много скинов. Тут есть пацаны, тут есть как бы и девушки. Такс. Так что тут можно срать гравитацию. Камхак есть, удобная кнопочка. Починка. Анимации тут разные есть, короче. Есть суицид. Ну, карта. Вот. Игроков вполне адекватно. Здесь, кстати, довольно большой онлайн. Я сейчас еле зашел на сервер, потому что был заполнен. Тут 180 слотов. И все не заполнены. Тут же сервер хороший. Так. Можем погоду время настраивать. Вот так вот. Так, анти-ТП поставлю лучше, то на деле как ТП-хаться. Так же, как вы видите, я на этом сервере фотограф, как я, наверное, уже говорил. Вот так вот. Я делаю довольно хорошие скрины и сюда выкладываю их в группу. Вот так вот. Ссылку на группу я оставлю в описании. Также IP сервера тоже оставлю в описании. А это был такой небольшой обзор на сервер Бипантас Вас. Сервер, опять же говорю, он очень хороший, очень долго живет. Я всем его рекомендую, потому что тут нет никакого обмана. Тут всегда хорошая администрация. Правда, бывает, конечно, неадекватно, но это уже все-таки везде так. Тоже так. О, нет, нет, началось. Кто-то включает и выключает зиму. И начинает лагать. Ну вот, это, в принципе, все. Спасибо за просмотр. Это был я, Димасик. И всем пока.